рамках областной экологической акции в Павшинской пойме прошло масштабное мероприятие по озеленению. Здесь, среди каменных джунглей, нашлось место сотням саженцев. Рядом с сиренью Победы, которая еще в мае появилась между 18 и 20 домом на Красногорском бульваре, теперь будут красоваться новые деревья. В эту акцию мы сажаем сосны крупномеры, порядка 400 штук, а также липы, кустарники. И кроме двух вот этих основных площадок, у нас еще есть объекты в управлении образования и здравоохранения. Ну и сажаем дубы в наших парках. Принять участие в акции мог любой желающий. Организаторы предоставили не только саженцы, но и инвентарь. Лопат, впрочем, даже порой не хватало. Жители вышли на посадку целыми семьями. Я вижу очень много детишек, которым нравится это делать. Сегодня я на эту акцию пришла тоже со своими внуками для того, чтобы показать им, как сажать деревья, чтобы они в будущем не ломали ветки, берегли свою природу, потому что природа – кормилица наша. На вопросы экологии жители сегодня обращают не меньшее внимание, чем на вопросы ЖКХ, транспортной доступности или образования. А потому лесопосадки с каждым разом все масштабнее. Это входит в привычку, шутят участники. Замечательная акция. Мы каждый год в ней принимаем участие. Сегодня приехали в Красногорск, ну, во-первых, поддержать и жителей Красногорского района, и руководство новое, которое действительно очень много делает, с душой относится к своей работе, делает город и округ зеленее. Сегодня много детей, и мои дети тоже со мной попросили сегодня обязательно принять в этом участие. Как говорится, посади дерево, уже, по крайней мере, часть задач выполнена. Затем, как приживутся новые деревья, будет следить городская служба, да и сами жители микрорайона Павшинская пойма. Ведь это теперь их лес, который они сентябрьским днем посадили на Ильинском, Красногорском, Подмосковном бульварах и на улице Игната Титова.